Здравствуйте, дорогие друзья! В данном видео я поделюсь своим мнением, исключительно своим мнением на ситуацию бессонницы. Это очень серьезная проблема, и я прихожу к такому выводу, исходя из того, что обследование пациентов с жалобами на бессонницу не приводит к каким-то однозначным выводам. То есть однозначно мы у них не выявляем грубых нарушений физиологии. И, на мой взгляд, все-таки вот эти жалобы, связанные с негативной окраской, с эмоциональной окраской, то есть они нисколько определяют то, что человек болен, сколько определяют то, что что-то с человеком не так, и он не так, его восприятие нормального сна действительно отклоняется. То есть он свой, я так не побоюсь даже сказать, нормальный сон, абсолютно нормальный сон, он воспринимает именно как ненормальный, поверхностный. Он воспринимает, что он не высыпается. И вот эта проблема, и как ее решать, да, эта проблема? Ну, проблема есть, и как же мы можем помочь человеку? И вот в конце 90-х годов, в начале 2000-х появилась такая новая наука сомнология, появилась она в России, может быть, на Западе она появилась чуть раньше. Но вот мой опыт говорит о том, что, скорее всего, эту науку очень активно поддержали фармацевтические гиганты, те, которые выводили на наш рынок запеклоны. И по мере того, как в аптеках исчезли эти запеклоны, сначала они стали по строгим рецептам, затем они как-то исчезли, и также незаметно исчезла сомнология, наука сомнология. И на сегодняшний день в Москве, ну, я знаю один кабинет сомнологический, но насколько это может удовлетворить потребности многих людей в лечении, да, в диагностике лечения. И, собственно говоря, Роман Вячеславович Бузунов, который возглавляет на сегодняшний день Центр сомнологии, ну, я не вижу на его сайте однозначного ответа, почему же человеку так плохо. Если мы возьмем клинические рекомендации, европейские рекомендации по диагностике и лечению бессонницы, то вот какая у нас выявляется ситуация. Что рекомендуют? На первом месте рекомендуют антидепрессанты, но принимать их рекомендуют кратковременно. И важно учитывать возможные противопоказания. То есть это не препараты выбора. Точнее, если даже это препараты выбора, то на какой-то кратковременный срок. Также не рекомендуют антигистаминные препараты, антипсихотики, то есть нейролептики, не рекомендуют по причине слабой доказательной базы и побочных эффектов. Ну, на первое место я бы поставил побочные эффекты. Мелатонин по причине низкой эффективности не рекомендуют для лечения бессонницы. Фитотерапия валерьянка, другие фитотерапевтические средства, их эффективность не доказана. Световая терапия и физические упражнения могут использоваться как дополнение к основному лечению. И альтернативная медицина, перечисляют акупунктура, ароматерапия, массаж ног, гомеопатия, медитация. Йога не рекомендуется, так как эффективность их не доказана. Ну, в отношении гомеопатии я бы поспорил, поскольку все-таки исследования есть, и, например, на таком ресурсе, как PubMed, можно найти около
6000 исследований по эффективности, доказанных исследований по эффективности гомеопатии. Ну, да бог с ними. А что же они, собственно говоря, предлагают? Предлагают еще когнитивно-поведенческую терапию, но, опять же, пишут, что ее эффективность недостаточно изучена. Ну и про запеклоны они пишут, что опасны тем, что есть риск зависимости и повышение толерантности, то есть привыкания к препаратам. Соответственно, исходя из такого обзора, мы можем сказать, да, ну, вот что еще, гигиена сна, обучение гигиены сна, ну, в общем, особенно никаких рекомендаций относительно однозначного лечения и гарантированного лечения, что это однозначно поможет и излечит человека на долгие годы, я так понимаю, что у этих специалистов, к сожалению, нет. Ну, это, конечно, мое мнение, это мой обзор. Возможно, другие специалисты приведут какие-то дополнительные аргументы. Но, тем не менее, хотелось бы вот тем, что я немножечко осознал, осмыслил с высоты своего опыта, хотел бы поделиться. То есть на первое место, если отступаем уже от каких-то клинических рекомендаций, так называемые рекомендации off-label, я бы все-таки ставил прежде всего гигиену сна и прежде всего гомеопатию. Ну, это вот мой опыт, которым хотел бы немножечко тоже рассказать. Благодарю за внимание.